зовнішній вигляд здорової людини завжди свідчить про її культуру харчування. Безліч рекламних пропозицій, де пропонуються різні ласощі, можуть вести в оману будь-кого, і ми починаємо їсти смачну, але не корисну їжу. Я і наші глядачі бажають дізнатися, як правильно харчуватися. І про це ми дізнаємося у фахівця в цій галузі. Добрий день. Скажіть нам, будь ласка, які ваші будуть поради з цього приводу? Добрий день. Я научу вас правильно питатися і розкажу, які шаги необхідно зробити на пути к правильному питанню і здоровому образу життя. Отже, слухаємо уважно. Кому же стоит задуматься о переходе на правильное питание? Это людям, у которых есть хронические заболевания. Это сахарный диабет, гипертоническая болезнь, проблемы желудочно-кишечного тракта. Также людям, у которых есть избыточный вес и проблемы с ожирением. На сегодняшний день в Украине около 20% населения, это они имеют ожирение, и 50% и больше тех, которые имеют избыточный вес. Также необходимо задуматься о переходе на правильное питание людям, которые хотят вести здоровый образ жизни. То есть самостоятельно это делать, либо присоединить к правильному питанию свою собственную семью. Также людям, которые хотят всегда заботиться о своем здоровье, о своей красоте, о своей молодости, о своей фигуре. Поэтому обязательно тоже нужно об этом подумать. Первое, нужно настроиться на правильный образ жизни и понимать, что это будет для вас на всю жизнь. Правильное питание равно здоровый образ жизни. Второе, что необходимо сделать, обязательно наладить питьевой режим. Что такое питьевой режим правильный? 30 мл для взрослых – это чистая вода на килограмм массы тела, и 50 мл для детей на килограмм идеальной массы тела. Как необходимо пить воду? Утром проснулись, выпили стакан воды натощак, обязательно, желательно теплой, из холодильника воду желательно не пить. Следующий прием воды в течение дня, тогда, когда вы хотите. То есть воду пить можно и во время пищи, приема пищи, но не более чем 100 мл. Можно пить и на ночь, как многие вот думают, что если они выпили там стакан или два стакана воды, то утром проснутся отечными. Нет. Если вы принимаете воду в течение дня, распределяя небольшими порциями, то никакой отечности утром вы можете и не думать. Воду необходимо распределить в течение дня. Как же это сделать? То есть у многих нет привычки пить воду. Поэтому что можно сделать? Первое, можно на телефон поставить какую-то программу, которая будет напоминать вам о том, что необходимо принимать воду. Второе, что можно сделать, мы можем просто в течение утром, допустим, заполнить какую-то емкость, да, необходимую там, количество воды, это 1,5-2 литра воды, и в течение дня наблюдать, сколько же все-таки воды вы это выпили. Желательно воду пить природную, то есть та вода, которая содержит минералы и микроэлементы. Когда вы покупаете воду, да, посмотрите на состав воды, то есть она должна быть из природных источников. Вода должна быть не газированная. Обязательно наладить свой режим питания. Что это значит? В течение дня у вас должно быть три основных приема пищи. Это завтрак, обед и ужин. И два перекуса. Второй завтрак и полдник. Завтрак должен быть в течение часа после пробуждения. Ужин должен быть за 3-4 часа до сна, то есть желательно до 20:00. Вот если подумать, как же распределить время употребления пищи, если вы просыпаетесь в 6 утра, то завтрак у вас должен быть в 7 утра. И потом в течение, через 2-3 часа вы должны употреблять следующий, у вас должен быть следующий прием пищи. Итак, завтрак в 7, полдник в 10, обед в час, следующий полдник, второй полдник у нас в 4, либо в 5 часов, и ужин может быть либо в 19:00, либо в 20. Если вы ложитесь спать там, в 23:00, поэтому лучше всего прием пищи должен быть до 20:00, чтобы уже непосредственно перед сном вам не хотелось очень сильно кушать. Увеличьте физическую нагрузку. То есть если вы раньше не занимались никогда спортом, и не было у вас никакой физической нагрузки, начните с того, что вы хотя бы будете выходить на улицу. Нормой считается 10-12 тысяч шагов в день, но хотя бы начните 2-3 тысяч шагов в день. К
Как это можно измерить? Опять же, очень существует много всяких приспособлений. Это смарт-часы, это фитнес-браслеты, это мобильные телефоны, которые могут посчитать количество шагов, которые вы сделали за сегодняшний день. То есть начните с малого. Убрать стрессы и недосыпы. Стресс вызывает увеличение гормона стресса кортизол. Кортизол, в свою очередь, не дает нам удерживать вес в одном и том же, в одних и тех же килограммах. Почему? Потому что кортизол либо дает нам всплеск каких-то эмоций, которые мы должны заедать, либо кортизол, наоборот, делает так, что мы в течение дня не хотим кушать. Поэтому уберите, насколько это возможно, стресса. Ну, допустим, если мы говорим о женщинах, у которых нет высокого стресса, а это просто какая-то мимолетная депрессия, даже помогает в этом случае очень хорошо магний, витамины группы В, то есть непосредственно употребляя их или аптечные какие-то таблетки, либо какие-то пищевые добавки, вы тоже снизите уровень этого гормона стресса, кортизол, соответственно, вы будете лучше спать, есть и будете контролировать те пищевые привычки, которые у вас, может быть, хорошие были сформированы до этого. Также нужно обязательно обратить внимание на сон, на количество часов, которые вы спите. Существуют так называемые циркадные ритмы в то время, когда нам необходимо спать, тогда, когда у нас вырабатываются биологические ритмы на следующий день. То есть мы должны ложиться до 23, просыпаться до 7 утра. 7-8 часов – это обязательное количество часов, которые необходимо спать в сутки. Обязательно добавить в свое питание сложные углеводы. То есть есть простые углеводы, есть сложные. Простые углеводы – это такие, как булки, это такие, ну, вся выпечка из белой муки. Это кондитерские изделия. Это сладкие газированные напитки, это соки, которые с высоким содержанием сахара, это не соусы, которые не натуральные, ну, такие как майонез, такие как кетчуп, который опять же содержит большое количество крахмала, который содержит большое количество сахара. Это колбасы, это мясные полуфабрикаты низкого качества. То есть бывают, конечно же, колбасные изделия, которые сделаны из натурального мяса, о них мы не говорим. Вот эти продукты – это быстрые углеводы, которые быстро повышают уровень сахара в крови, и потом этот сахар превращается уже в наши жировые ловушки. Существуют сложные углеводы, которых, опять же, почему-то в последнее время очень все стараются избегать. Сложные углеводы – это цельнозерновые крупы, такие как овсянка, да, овсяная крупа, не овсяные хлопья, не пластивцы, потому что многие думают, если написано на упаковке овсянка, то это значит подходит для любого приема пищи. То есть мы говорим о цельнозерновых крупах. Если рис, то желательно, чтобы это был рис не шлифованный, бурый, то есть любой другой неочищенный рис, дикий, это красный, это черный рис. И все остальные крупы, гречка, к которым мы привыкли, булгур, это бобовые, такие как киноа, это высокобелковая каша, может даже многие не слышали, тоже обязательно необходимо принимать пищу. Это такие как чечевица, такие как горох, такие как фасоль. Орехи относятся к сложным углеводам, фрукты относятся к сложным углеводам, овощи относятся к сложным углеводам. Но если мы говорим о фруктах и вы хотите, опять же, снизить вес, то желательно фрукты употреблять с низким гликемическим индексом. К высоким гликемическим индексам относятся фрукты такие, как арбуз, дыня, кстати, сейчас сезон, виноград, банан. То есть вот эти фрукты нужно употреблять с осторожностью, если у вас есть ожирение, если у вас есть лишний вес. Также в питании обязательно у вас должны быть жиры, да, о которых мы постоянно забываем. Жиры – это очень важная составляющая питания. 20% жиров должно быть у вас в питании. Но опять же, жиры должны быть правильные, более ненасыщенные. А к правильным жирам относятся орехи, относится масло первого отжима, такое как оливковое, льняное, кунжутное, любое другое нерафинированное масло. Минимум 1 столовая ложка в день у вас должна быть растительного масла в вашем питании. Следует обратить внимание на приготовление пищи. Когда мы готовим либо рыбу, либо мясо, либо овощи, мы привыкли всегда употреблять растительные рафинированные масла для приготовления пищи.
На самом деле лучше всего избегать этого, то есть избегать температурного нагрева растительного масла. Когда вы готовите рыбу масло, мясо лучше всего либо тушить, либо варить, либо запекать. Растительное масло мы используем только для приготовления салатов, как я и говорила, 1 столовую ложку хорошего масла первого отжима. Когда вы готовите, когда вы хотите пожарить рыбу, мясо, овощи, то лучше всего использовать антипригарное покрытие. Избегайте нагрева растительного масла. Растительное масло превращается в трансжир, да, который нам необходимо избегать. Вот это вот трансжир – это самый страшный пищевой мусор, о котором мы говорим, который повышает уровень холестерина, который потом, это повышенный уровень холестерина ведет за собой нарушение сердечно-сосудистой функции, да, особенно если мы говорим про мужчин, то средний возраст у мужчин в Украине – это 65-60 лет. Почему? И почему больше всего мужчин в этом возрасте умирает? Потому что, опять же, это заболевание сердечно-сосудистой системы. Опять это все связано напрямую с маслом, которое мы так подогреваем, с плохими жирами, которые у нас находятся непосредственно в пище. То есть это все взаимосвязано. К белкам относится рыба, но лучше всего это рыба красных сортов, но если уверены в этом качестве, да, то есть это в качестве этой рыбы, то есть красных сортов рыба содержит полиненасыщенные жиры, которые очень нам нужны для работы сердечно-сосудистой системы, нужны для работы головного мозга, либо это белая рыба, это такая как хек, минтай, пеленгас, дорадо, сибасы, караси, бычки и так далее. Если у вас есть желание снизить вес, то рыбу лучше всего покупать нежирную. То есть красная рыба, скумбрия и вот этого ряда рыба, селедка, это все рыба жирных сортов, поэтому если вы хотите снизить вес, ограничьте эту рыбу. Также к белкам относятся птица и мясо. Птица лучше всего для тех, кто хочет снизить вес, да, или для тех людей, у которых есть проблемы с ожирением, либо есть проблемы с холестерина в крови, да, это мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях. В этих случаях лучше использовать белое мясо птицы. Это курицы, лучше всего индюк, можно использовать кролика, можно использовать нутрию и так далее. То есть все диетическое мясо, мясо белого цвета. Если уже у вас нет проблем с холестерином, да, и вы можете использовать и мясо красного цвета, это, допустим, говядину, но не больше, чем 200-300 грамм в неделю. То есть за этим тоже необходимо следить. Это белки. Также к белкам относятся все кисломолочные продукты. Это творог, это кефир, это йогурт натуральный, это ряженка. Когда покупаете кисломолочные продукты, обращайте внимание на процент жира. То есть вы должны покупать не нулевые продукты, а с каким-то количеством жира. Кофе, чай, другие напитки в суточную норму воды практически не входят, потому что кофе и чай являются мочегонными средствами, поэтому они воду выводят. Желательно после каждого приема стаканчика кофе либо чая, кофеин содержащих напитков, желательно прибавлять еще по 1 стаканчику теплой воды. Существуют правила тарелки. Если мы берем тарелку 22 сантиметра, то мы должны разделить наши продукты так. Половина – это сложные углеводы в виде овощей и в виде фруктов. Также 1/4 часть – это сложные углеводы, цельнозерновые крупы. 1 часть – это у нас мясо и мясные изделия. И даже должны быть какие-то жиры, как мы говорили, где-то около 1 столовой ложки в сутки обязательно нужно добавить жира. Ще багато цікавих порад стосовно здорового харчування ми почули від дієтолога Тетяни Хабазня. Я хочу пожелать нашему зрителю быть всегда здоровыми, красивыми, переходить на здоровый образ жизни. И первое, с чего нужно начать, начните с правильного питания, измените свои вкусовые привычки, и тогда вы будете очень-очень хорошо себя чувствовать и всегда оставаться красивыми.